сети биткоина может появиться новая криптовалюта Bitcoin Gold. Произойти это должно вследствие еще одного хардфорка. Отделение от оригинальной цепи биткоина запланировано на 25 октября, а на биржах новая криптовалюта появится к 1 ноября. Возглавляет этот проект руководитель гонконгской майнинговой фирмы Lightning ASIC Джек Ляо. Разработчики проекта хотят создать улучшенный протокол, который сможет составить конкуренцию Bitcoin Cash. Помимо этого, они обещают децентрализовать майнинг, позволив добывать Bitcoin Gold на видеопроцессорах. Bitcoin Gold изменит алгоритм Proof of Work с SHA-256 на EquiHash, который будет ASIC-устойчивым и оптимизирован для GPU-майнинга, цитирует разработчика Bitcoin Gold под псевдонимом The Shadow Insider Pro CoinDesk. Отметим, что не все разделяют энтузиазм по поводу запуска новой криптовалюты. Многие проводят параллель с Bitcoin Cash и отмечают, что валюта основала гораздо меньшую сеть в сравнении с сетью биткоина. При этом ее стоимость составляет около 12% стоимости самого биткоина.